Том 3, вопрос 1002. Тема «Грех». Моя сотрудница долго лечилась от бесплодия. Теперь решилась на искусственное оплодотворение. Как ее отговорить от этого? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если сотрудница неверующая, не христианка, зачем вы будете навязывать ей правила христианского поведения? Матфея 9:17. Не вливаю также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливает в новые мехи, и сберегается то и другое. Оплодотворяется семенем своего мужа, или из так называемого банка спермы, неизвестно от кого. Эти вопросы давно пора решить соборно и желательно вместе с католиками. У них намного больший опыт, чем у нас. Лично я считаю это явление не за грех, если от своего законного венчанного мужа. Но очень настораживающий момент в том, что супруги перелазят через какой-то поставленный Богом барьер. Такой ребенок может быть больным, непослушным, и в нем может не быть благословения. Не знаю, что предлагаю. Если же это от чужого мужа, то явно, что греховно, близ прелюбодеяния или блуда. Для христианки категорически запрещено смертный грех.